Привет всем, добрый вечер всем. Мы трио Аскетикс, подвижники по-русски из Карелии, республики, из города Петрозаводска, приехали сегодня вам поиграть музыки. Очень рада вас всех видеть. Надеемся вас порадовать, зарядить вас бодростью, юмором, эстетикой, может быть, какой-то. И чем-то еще. Очень приятного вам вечера, рады всех видеть. Thank you.
красиво. Сначала композиция сильная. На два, я так скажу. Композиция с нашего первого альбома. У нас он есть с собой. Если у кого-то его нет, можно после концерта будет его приобрести. При желании, конечно же. Сейчас мы продолжим.
Спасибо, очень приятно. Наконец мы вроде как вас оживили. Вчера у нас был такой веселый трип. Мы ездили на природу играть на фестиваль. Да-да-да, там было очень весело. Там было сыро, холодно. Единственное, что это... Да-да-да, там такая почва глинистая. Мы приехали, здесь отмывали шнуры вообще, свои чехлы. Вот. Но зато там по духу было как-то весело, хорошо, шумно. Несмотря на погодные условия. Вот, но такой как бы контраст. Мы сами вот сейчас немножечко в шоке. Приходим. Чувства, но я думаю, сейчас разыграемся и вас порадуем. Я так понимаю, что Сережа еще разыгрывает. Следующая композиция называется «Атлантида». Хотелось бы сказать о том, что мы через месяц будем записывать новую пластинку, и сегодня какие-то вещи, которые в нее войдут, мы играем. Вот «Атлантида» оттуда. Thank you.
мы сейчас сыграем две вещи. Одна называется «Промежуток». Она такая немножко, на самом деле, шуточная. Мы ее готовили специально к гитарному фестивалю, куда нас позвали гитаристы поиграть. Вот, а там такой... Ну, она на самом деле немножко шуточная. Вот. А следующая 2012 называется, потому что мы ее придумали в 2012 году. Мы обычно одну композицию в год ее придумываем. Вот, и следующая 2012. Thank you.
композицию, которая называется «Хулусе». Хотелось бы просто сказать, что мы играем музыку с хорошими побуждениями и на самом деле желаем всем добра, счастья, любви. Вот. Хотим, чтобы у всех все было хорошо и прекрасно. Счастья вам и любви. Thank you.
контрабас Сергей, Сергей Шимотин. Ударные инструменты электроника Кулусей, Аркадий Соколов. Гитара Алексей Белевых. Аскетик Скорее, подвижники Петрозавод. Российская Федерация. В ноябре мы планируем писать новый диск здесь у вас в Москве. И скорее всего мы будем здесь недельку-другую жить. Уже один концерт у нас запланирован на 17-е в Шоколадной фабрике, в клубе Шоколадная фабрика. И возможно вот в эти выходные, там, в начале 9-го, 10-го, 15-го, 16-го, 17-го, где-то вот в эти выходные мы будем еще как-то давать здесь где-то в Москве концерты. Следите. Давайте, давайте. У нас есть сайт, где он обновляется, asketix.com.